Давайте выберемся сначала отсюда. Тут какая-то он подсвечивается красным цветом, надо. Ну это же вражеская территория, что типа того. Ну это баг был, я думаю, все уже знаете. Вот это попадение в FPS, которое у меня происходит, та же фигня. Проблему может решить патч. Пока что не отсутствует, к сожалению, да. То есть примерно. Здравствуй. Он должен исправить. Эй, это мое! На помощь! Люди! Вот! Гвардейцы! Залагал, извините. Похитился. Круто, выполнили задание. Так, теперь нам нужно выйти отсюда. Все, отлично, мы выполнили задание, я уже и говорил об этом. А, нам дают награду. Так, не должен сработать сигнальный колокол. Ну, это круто. Продолжить, конечно же. Может, есть передача прогресса? О, нет! Дикан, ты видишь? Что там такое? Тут Гибиска. Сервак сканирует. Абстерго вас ищет? Они близко. Вот что. Откроешь серверный мост? Могла бы и не спрашивать. Еще пару секунд. Посвященный, мы откроем серверный мост. Бегом к порталу, пока тебя не засекли. Есть, пошли. Видишь тебя? Их не пропустишь. Переход с сервера на сервер Хеликс даст тебе еще несколько часов. Если нет, у нас проблема. Ну, не у нас. Проблемы будут только у посвященного. Дикан, ну не надо. А быстрое перемещение нельзя сделать? Хотя я думаю, оно не будет таким быстрым, но ладно, погнали. Это наш мир, обращаю ваше внимание, да. Сигнальный колокол в этой области. Да ладно, а, кстати говоря, наверное, есть те вот сигнальный колокол, который мы будем, например, мы его обезвредим, ну, так скажем. И нам за это дадут какие-то очки. Навыка, что-то типа там. Кордуш цепляется за все подряд. А, обращаю ваше внимание, FPS поднимается тогда, когда, например, уменьшается количество людей, так скажем. Получше даже поднимемся. Типа сбежаться. Прыгнуть. Ну, не людей, я даже не знаю. Видимо, это связано с чем-то там. Так. Сигнал стабильный. Ты за пределами главной симуляции. Это на время запутает Абстерго, но ты можешь наткнуться на неполный или битый код. Так. Ну здорово. Может, поэтому люди здесь не совсем материальны? Да. Париж, конец 19 века. Романтично. Но в другой раз. Сейчас тебе нужно побыстрее найти портал. Сквозного прохода не видно. Поищи путь под землей. Метро в 19 веке, насколько. Ух ты, ёптовая Эйфелева башня, так где это мы? Во Франции, точно. Прекрасная эпоха, куда приятнее, Вилоч. Эта зона нестабильна. Назад! Быстрее спускайся под землю! Куда ее под землю-то? А, всё. Это метро. Забавно. Так, блин, ну я хотел кафелеву башню сгонять. Круто же к ней спуститься. А, стоп, 19 век. Подожди, а разве тогда было метро?
Насколько я помню, метро вроде бы из... Блях, ну я не помню, честно. Я знаю, вот поезда были. Да, может быть. От метро я что-то не помню. А, ну, нам, по сути дела, вот на эту светящуюся лестницу, подсвечивающуюся. Да-да-да. Именно сюда. Так, а вот тут я не знаю, куда нам вниз. Нет, скорее всего, сюда, точно. Доберитесь до входа из метро. О, нам дадут попрыгать. Ну-ка, бабах. Так, ну-ка. Да теперь. По решетке-то можно залезть-то, ладно. Найс. Двухэтажное даже метро. Если этажей, конечно, не больше. Это я о видимости говорю. О видимом, точнее, результату. Что я вижу. Чтобы преодолеть низкое препятствие во время бега, удерживайте Е. Подкат, да? Это все мы знаем. Какого хрена метро поезд едет по такой по ремонтной ветке, так скажем. Почему там же загорожено? Какого хрена электричка едет по заброшенной за по этой ветке там? Так, ладно. Я даже ничего не помню нажать. Нажать отсюда. О! И выход нашел. Круто. Воронка энергии нестабильна. Мы не знаем, как она влияет на симуляцию. Так. Бегите через портал. Круто. А, нам нужно, я так понимаю, вот здесь пройти, да? Да быстрее, а то я чувствую, как будто, когда буря начинается. Даже я даже не... Ёб твою. А что было еще? Побежали, побежали, бегом, 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 бегом. Так, а куда сейчас? А, куда? Блин, ща рыбу. Быстрей. Да, быстрей, быстрей. Пожалуйста, 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 еще быстрей. Да-да-да. Все, вроде получилось, да? Да, круто, но нам теперь наверх. Этот капец. Так, а куда? Как туда зайти-то? Блин, ну как-то... Может, здесь как-то? Да, ой, что я сделал? Что ты делаешь? Ладно, идем вот сюда. А, я думаю, может быть, здесь как-то стоит пройти. Нет, здесь нельзя. Значит, значит... Да ёб твою... Да, быстрей. Придется лезть на статую свободы. Она провалилась из другого периода. Французы уже должны были отправить ее в Штаты. Не отправят ее, блин, на Титанию.
Так, я думаю, эти обломки здесь-то нам ничего не сделают. Или мы свалимся. Давайте побыстрее, просто будем бегать здесь. Подождем, подождем. Сейчас вот этот самый, он такой жесткий ветер достаточно пройдет. Сейчас мы разбежимся. Да, есть. Круто. Только куда нам сейчас-то? Походу я уже... А, все правильно. Скорее в портал. Я попробую его придержать. До скорой встречи. Круто. Обучение разблокировано. Ну все, отлично. Серебряный век. А, сигнальный колокол в этой месте. Связь есть. Не всем везет после первого прохода через мост. Порой посвященный застревает в системе, и приходится отправлять кого-нибудь на помощь. Наш человек в ловушке на сервере прекрасной эпохи. Если ты не слишком устал, вернись на серверный мост и спаси его. Ладно, посвященный, за работу. А, зарабатывание денег. Выполнение задания парижской истории. Наживы и разлом. Чтобы заработать деньги, франки, чем лучше снаряжение, тем выше его стоимость. А, так, чтобы уменьшить... Угу, не знаем. Так, ну что, вот они опять в ФПС-ки эти пошли. Так, ну ладно, идем. А, так, идем, пожалуй, знаете, куда... Где-то тут колокол был, хрен знает где. А вот это что за линия, какая-то змейка тут кривая, я даже не знаю, что это такое, надо глянуть. Куда ж ты лезешь-то? А, может это, кстати... Может это есть? Арно, как жизнь? Шлюхушка какая-то. Как жизнь, друг мой? А с тобой ничего нельзя сделать, да? Такой символ, я так понимаю, да, видимо. Так, ладно, всего тогда хорошего. Идем, наверное, вниз. Может, это и есть проход какой-то. Посмотрим, что тут у нас. Так. Сюда, да? Круто. А теперь... Ага. Типа ничего полезного здесь нет, да? Вообще тут сундук какой-то вроде нарисован. Но это может быть наверху. Да, скорее всего. Так. Ну, идем дальше. Смотрим, смотрим, смотрим. Блин, что-то интересного нет. Ладно, пожалуй, наверх заберемся, нафиг выйдем. Так, ну что, погнали. 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 А вот тут что-то у нас. Двух элементов. Ты офигел, что ли? Я не знаю, а? Механизм. Ох, заинтриговали они меня, а? Ну что это за элементы могут быть? А, в сундуке, может быть? А, в одном из сундуков? Вряд ли. Ну ладно. Давайте.